Всем привет! В этом видео покажу все свои маникюры Марта. Их у меня будет наверняка немного, потому что со временем в последнее время не очень. Но посмотрим, как пойдет. Итак, первый лачок Анастейша от Насти. Шикарный голографик. И вы посмотрите, как искорки синего цвета в бутыльке видны. Классный. А в маникюре я вижу только зеленые. Интересно, а где они прячутся, синие? На ногтях вообще не видно, да? Шикарный голографик. Мэрилин мне очень понравилась. Несмотря на то, что она окрасила мне ногтевую пластину, я наносила на один слой базы. И ногтевая пластина теперь желтая. И решила, что терять мне уже нечего, все равно окрасилась пластина. Я решила также нанести на один слой. Посмотрим, что станет с моими ногтями. Классный лак. Жаль, качество камеры у меня не очень сейчас хорошее. Очень нравится. В итоге Анастейша настолько сильно окрасила мне пластину, что я решила ее продавать. А это Грейс. Винный, роскошный цвет. Голография деликатнее, но красные искорки создают весь изюм. Классный. Дыхание природы от Масуры. Серо-зеленый голографик со слюдой. А слюда в нем такая полупрозрачная, легкая, зелено-голубого цвета. Лак мне кажется похожим на силу внутри тебя. Подтоны наверняка разные, ну и слюда. В дыхании природы есть, а в силе нету. Сам себя красил. Такой послушный и глянец шикарный. Здесь два слоя без топа. Классный лачок, но по ощущениям я его второй раз не накрашу. Немножечко оттенок не мой. Решила нанести рапсодию от Селанаст. Ну, такое себе. Я вот сейчас смотрю на это сочетание и понимаю, что надо бы мне эту Настю нанести на нюдовый лак. Потому что вот поверх зеленого too much на мой вкус. В бутыльке это что-то нереальное. Слюда зелено-салатового цвета в прозрачной базе и куча-куча здесь шестигранников и кружочков черных и белых. Но в качестве самостоятельного лака я не очень его представляю. Для меня это топ. Так что буду пробовать еще на нюдовые. Зеленый смузи от Масуры появился у меня еще осенью за победу в конкурсе. Но тогда его забыли положить в посылочку, и я его получила только зимой. Отличный цвет для весны, жизнерадостный желтый-зеленый. Название ему очень подходит. И крапушки в нем черные двух размеров. Мелкие и среднего размера. Топ не наносила, но глянца не хватает. Не очень я люблю такие оттенки на себе.
планирую пристраивать, хотя качества нареканий нет. Послушный кремушек. Не очень люблю я черные лаки, но этот заинтересовал меня своей голографией. Правда, я ожидала, что переливы будут ярче. Достаточно спокойный лачок. Называется «Танцы до утра» от Масуры. И сам маникюр поближе покажу. Еще зимой я купила хейрбрейкер от Бао. И вот наконец дошли руки его выгулять. Как раз в переходном состоянии сейчас цвет из бледно-розового холодного цвета с единорожьей слюдой. Он переходит не в алый красный, а что-то есть в нем с ноткой кораллового. Очень похож на морожку от Ани Гореловой в холодном состоянии. Три слоя наносила и сверху топ. Очень понравился. И название его у меня есть.